Девочки, Анфисочка, Анфиса, Анфиса, куда пошла? Иди сюда. Изабель. Девчульки. Анфис, ну что туда ушла-то? Анфис. Димая, красота, красота конопатая, красота конопатая. Попалась? Попалась, которая кусалась? Куда? Куда, блядь? Куда, говорю? Вот, сидеть на месте, слушаться мамку. Девочки. Девчульки. Изабелечка. Изабелечка, ты такая красивая. Куда на стол? Куда я только сейчас его вымыла? Сука. Сука. Девочки, девочки, мяу, кто это? Сейчас 14:30. Ой, господи, только встали, уже полтретьего. Ебическая сила. Ебическая сила. Ой, блядь, какой день-то уже карантина? 4-й, 5-й? Нет, 4-й, наверное, мы сидим. 28-го, 28-й, 29-й, 30-й, 31-й. 1 апреля. 5 дней я сижу, не выходя из дома. Ой, блядь. Ой, девочки, сейчас покажу вам свои цветы. Очень я люблю фикусы. Вот у меня фикусы. Видите, фикус, фикус, фикус. Купила. Купила фикус. Вот еще один фикус. Тоже купила. С Краснотуринской приперла. Потом что? Ну, это здесь цветок стоит временно. Это юка. Большая юка временно стоит. Это розы. Так долго их выращивала. Вообще капец. Пока вырастешь, такие большие. Столько поливала, столько удобрений. Опять юка. Опять фикус. Так. Фикус Бенджамина. И вот там цветок на каком-то, на большом корне. Я забыла, как он называется. С Икеи привезла его. А это конопатая. Конопатая девочка рыщет. Конопушка. Солнца нет, на окно никто не лезет. Ой, блядь, хоть бы не сесть на кошку. Своим стройным задом, блядь. Это от кошки останутся одни ушки. Ай, блядь. Одни ушки. Что делать-то? Телевизор надоел. Кошки не играют, не хотят. Целый день спят. Сейчас кое-как растормошило. Хватит, говорю, спать. А то скучно. Ой, сейчас я... Принесу им, у них есть корзинка, в которой они не любят сидеть, но... Блядь. Вот. Девочки, идите в корзинку, посмотрите, какая у вас шикарная корзинка. Идите в корзинку.
Изабель, иди в корзинку садись. Ну вот дуры, да? Как их еще называют? Вторая пошла. Анфиса, иди в корзинку. Анфиса, иди садись в корзинку. Залазь на место. Анфиса. Анфиса. Изабель. Изабелька. Корзинка год стоит, блядь, на полу. Сейчас так нюхают, как первый раз видят. Когда же все откроется? Когда можно будет ходить по магазинам? Ёбнулись. Ну-ка. Девочки, я вас боюсь. Ты что, где туда? Все им так дерутся. Где они там? Нету. Что не поделили? Корзинку? То она нахер никому не нужна. Сейчас корзинку делят. Ой, блядь. Изабелька, конечно, злыдня. Маленькая злыдня. Изабель, разве можно? Это ж твоя мать. Что-то я замыслила недоброе. Сейчас я приведу один эксперимент над кошками. Самое главное, чтобы они потом мне пакостить не начали. Чё, Анфис, там мешает горшок пройти, что ли? Ты же худенькая девочка. Вы же у меня худышечки. Вы же у меня стройняшечки. Костян, поставила корзину, разодрались. То ни одна, блядь, в нее не садится. То разодрались. Девочки, как вам очередная лежанка для кошек? Красивая, да? Какой красивый тазик. Вон, Анфисочка, сидит Изабелька в этом, чтоб они не дрались, а то что делить-то, блядь? У каждой свой дом. Симпатичный, да? Какая-то улитка. Ну, я так думаю, что... Вот девочки сели и, и успокоились, блядь. Каждый в своей избушке. Вот так вот. Ой. Видите, какой красивый, да? Их, наверное, можно вот, когда два таких тазика будет, к примеру, можно ставить домик на домик, чтобы у каждой был свой домик. Только они, наверное, отсюда все ёбнутся. Скользко. Девочки, ну это один одноразовая акция на диване. Так на полу будут домики стоять. Ну вас нахер, еще на диване не хватало вас тут. Да? Анфиса? Ой, блядь, ты же Изабель. Анфиса? Анфис, скажите, как докатились до такой жизни? Расскажите. Анфиса? Расскажите, пожалуйста. Как вы относитесь к коронавирусу? Изабель.
Ай, блядь. Алёша, куда? Куда там ёбнешься? Положи вон на тумбочку. Да. Разбилась? Нет. Да просто положи, я потом уберу. Чтоб не упали только. Забылька ушла. Он, знаешь, как на нее шипел. Она что-то разбилась, да? Не, я смотрю. Не. Очень крепкий. Это же хрусталь? Да. Крепкий. Поэтому говорю, смотри, где люстра. Подальше от люстры. Ты меня помнишь, что было упражнение, где надо вот так вытянуть руки, верти. Ну так верти дальше от люстры. Значит, маленькая, верти с барабанной палочкой. Зачем? С барабанной, ага, тоже может попасть. Фиса наблюдает. Ну что, вот что вот здесь вот и вертить. Так вот я ничего не убью. Алексей, куда нам идется? Ой, сейчас он упадет. Анфиса там покой потеряла. Оторвешь, Витя. Ай, как больно. Собой-то бедная вылетает. Алёша, ты же там упадёшь. Упадёшь, чем-то сломаешь себе. Собака. Собака. Хамелеоны меняют цвет. Они цвет меняют только, когда у них настроение меняется. И или то, когда они болеют. И то, не от этого. А, так, как, да, если он разозлится, он потемнеет. Если он заболеет, он тоже. У него, по сути, несколько пигментов. Это зеленый, желтый и там коричневый. Коричневый ближе к черному. Да. Насчет этих я не знаю. Насчет пантеры, которые красные, синие. Ну, пантеры, они вроде пассивные. Не тронуть. Вот эти вот, они агрессивные. Анфиса там изволновалась, нюхает хвостик. Ой, господи.
Ты бы от Люсти только это не дальше. Тут на голос ее оденешь, блядь. Я вот. Анфиса прям глаз не сводит с этого хвоста. Изабель, как он на Изабель вчера шипел, она сейчас его боится. Анфиска. Укуси Лёшу за хвостик. Так он потом её укусит. Алексей застыл. Куда упадёшь сейчас, Алексей? Смотрите. Да не надо в этот тазик, блядь. А. Ой, что делает? Смотри, Костян. Я вижу. Костян, держи его, а. Держи за пузо. Ой, как он за хвост цепился хвостом за меня. Держи его. Да у меня сейчас захватывается. Он, видишь, как ну, хвост, как змея меня схватил. Отдай сторону. Он сейчас палец отломит. 30 минут. Или разрежет. Ё-моё. Все. Я передаю такие дырки пальцы. Так, Алёша, не можешь себя вести, иди к себе во свояси. Иди во свояси, пошли домой. Они не заразные? Да нет. За собственный хвост уцепился. Так смешно. Девочки так полюбили этот корыто, не вылазят. Год стояла эта лежанка, они мне даже не заходили. Так, зайдут, посмотрят, а сегодня прям нет, спасаются от коронавируса, блядь. Надо маску сюда и натянуть. Изабелька, Изабелечка, ты моя красота. Анфисочка, и ты красота.